Всем привет, с вами Прия. Пришло время подвести итоги этого года и, конечно же, поздравить вас с Новым годом. Видео выйдет, так сказать, в свет в момент празднования Нового года, а записано оно 30 числа. Причина проста, 31 числа утром у меня вылет в другой город, ну а в какой именно вы можете увидеть, смотря мой Инстаграм, ссылочка в описании, и ВК-группу, аналогично ссылочка в описании. Возможно, оттуда будут стримы, недельные вскрытия сундуков, анонсики, конечно же, ну и все такое прочее. В общем, подписывайтесь и смотрите, если вам это интересно. Ну что ж, текущий год на самом деле был весьма богат на различные события. Если рассмотреть события Варкрафта, то... Ой, вышло очень увлекательное дополнение Battle for Azeroth с некоторыми интересными вещицами. Был уже пройден первый рейд. Сколлекционировано некоторое количество маунтов. Дропнуто некоторое количество уникальных классных маунтов. Ну и все такое прочее. Если по мелочи все смотреть, то выйдет на самом деле весьма большой-пребольшой списочек. Окей. А если смотреть различную медийность, то... Я побывал на стримфесте как участник, я побывал на Игромире как приглашенный гость, в принципе, можно сказать, как тоже участник. Это весьма интересно, это весьма классно и почетно на самом деле. Все это, конечно же, повторится в 2019 году. Касательно Игромира, ничего этого не получилось бы, если бы я не заключил, так сказать, сотрудничество с Blizzard. То есть и этот пункт выполнен, что, в принципе, реально классно. Был я размещен в лаунчере, и это весьма приятно на самом деле. Все растет, все развивается. Меня это на самом деле радует. Конечно, весьма медленно, но все же. Желаю вам насыщаться годным контентом. Смотреть видосики на ютубе. Не то, что даже желаю... Хочу заставить вас смотреть видосики на ютубе, потому что всякие различные однотипные вопросы, ну, они абсолютно ни к чему. Стримы все-таки не для этого созданы. Можно кое-что и черпать с ютуба, чтобы не болели, были счастливы, здоровы, ноги берегли, самое главное, конечно же, ну, как иначе. Чтобы все у вас было в этом году хорошо, там, кто хотел, чтобы... Статик себе нашел, кто наоборот там не хочет рейдить, то пусть не рейдит, чтобы все ваши желания сбылись. По-моему, это все. Всех вам благ, счастья, здоровья. До встречи в новом году. Не забывайте смотреть ссылочки в описании и подписываться на другие различные ресурсы. До скорого, с праздником!